Играем с Мишкой. Учим ребенка повторять за взрослым различные действия со своей игрушкой. Обогащаем словарь малыша. Взрослый и ребенок держат в руках игрушечных медведей. Взрослый совершает с игрушкой разные действия и комментирует. Ребенок повторяет действия со своей игрушкой. Лизонька, посмотри, мой мишка стоит. И твой мишка стоит. Мой мишка идет топ-топ-топ-топ. А твой мишка покажи. Мишка идет топ-топ-топ-топ. Мой мишка сидит. А твой мишка сидит. Сидит мишка. Мишка сидит. Мой мишка лежит. Положи своего мишку. Молодец, мишка. Лежит. Вот так. Мишка лежит. Закрою мишки глазки. Мой мишка спит. Закрой глазки своему. Мишки спят. Спят мишки. Мишки. Пора вставать. Встали мишки. Мой мишка прыгает. Прыг, скок, прыг, скок. И Лизин Мишка прыгает. Прыг-скок, прыг-скок. А теперь топает. Топ-топ, топ-топ. Мой Мишка пляшет. Пляшет Мишка. И Лизин Мишка пляшет. Мишка лапой машет. Пока! Мишка лапой машет. И твой Мишка машет. Вот какие Мишки молодцы! Посиди, Мишутка, посмотри, что делает большой Мишка. Мишка стоит. Стоит Мишка, Мишка идет, идет. Идет Мишка, Мишка сидит, сидит. Мишка лежит, лежит. Мишка прыгает, прыг, скок, прыг, скок. Мишка лапой машет, пока Лиза. Нет, не хочет уходить. Не хочет уходить от Лизы Мишка, никак.